Всем привет, с вами Егор Еремеев и компания SMAPS. И сегодня я нахожусь в одном из престижнейших районов Лондона. Точнее, даже я в двух районах одновременно нахожусь. Найтсбридж и Саус Кенсингтон. Потому что вот это место, где я сейчас стою, это прям граница между двумя этими районами. И сегодня мы смотрим с вами школу подготовительную, где учатся дети до 11 лет. Школа находится на границе двух районов – Саус Кенсингтон и Найтсбридж. Саус Кен – элитный район со множеством музеев, включая музей Виктории и Альберта, музей естествознания и музей науки. Здесь множество модных ресторанов и магазинов. Визитная карточка района – это величественные здания викторианской эпохи и различные консульства. В музее естествознания можно увидеть динозавров и животных. В музее науки посмотреть различные интерактивные выставки. А посетив залы Кенсингтонского дворца, вы почувствуете дух старинной обстановки. И, конечно, здесь в районе находится знаменитый концертный зал Альберт Холл. Здесь проводится шоу на любой вкус, от классики до популярных исполнителей. Любители изысканного шопинга непременно должны посетить Harrods, бутики на Кенсингтон Хай Стрит и антикварные магазины на Кенсингтон Чорч Стрит. Здесь же находятся и знаменитые учебные заведения. Это Королевский колледж музыки, выдающаяся консерватория, основанная в 1882 году. Здесь же находится и Imperial College London, один из лучших университетов страны и всего мира. Он готовит ученых, докторов, инженеров и бизнесменов. Школа предоставляет первоклассное обучение и готовит детей к поступлению в лучшие лондонские школы. В школе программа построена так, чтобы ребенок прежде всего получал удовольствие от обучения. Здесь развивают любознательность и учат быть амбициозным. В процессе подготовки дети становятся уверенными в себе. Это учит их не волноваться о своем будущем и быть готовым ко всему. Каждую неделю ученики посещают всемирно известные музеи, и это является незаменимой частью обучения. И, конечно, делает школу уникальной. Сейчас я нахожусь в кабинете науки. Здесь вы можете изучать химию, физику. Здесь дети учатся от 3 до 11 лет. Здесь несколько лабораторий, где вы можете обучаться. И сейчас мы будем смотреть еще другие классы, кабинеты. В плане наук здесь есть абсолютно все, что нужно детям, которые готовятся дальше поступать в другие, в средние и старшие школы. Я нахожусь сейчас в библиотеке школы. Она на первом этаже, прямо рядышком с ресепшеном. И я хочу обратить ваше внимание на то, какой здесь подход к обучению. Преподаватели, которые, к примеру, преподают географию или науку, рассказывая о космосе, они тут же могут отвести ребят в музей и показать им наглядно, что такое вулканы, что такое землетрясение, что такое динозавры. В самой же школе стараются найти лучшее в каждом ребенке. Он должен закончить подготовительный этап с полной уверенностью и по-настоящему подготовленным к следующей ступени своего образования. При этом здесь уделяют важное значение налаживанию тесных отношений между домом и самой школой. Здесь стараются максимально узнать и раскрыть каждого ребенка. Стараются поддерживать его путь и обеспечивать его процветание и рост. Сама программа обучения увлекательная, инновационная и разносторонняя. А преподаватели здесь – это настоящие эксперты, которые вдохновляют и прививают любовь к обучению на всю жизнь. А вот этот зал – это комната так называемого мозгового штурма. Здесь дети собираются для того, чтобы придумать какие-то свои новые интересные идеи, и им могут даваться различные технологии. Мне, к сожалению, нельзя снять стенку, потому что там фотографии детей. Здесь, к сожалению, нельзя снимать детей. Там, к примеру, детям даются различные технологии, компьютер, еще что-то. И они начинают с самого маленького возраста разбирать, как это все устроено, разбирать, собирать, придумывать какие-то интересные идеи. И для чего это все делается? Дети сейчас маленькие, и
мы не знаем, что будет через 10 лет, через 20 лет. И в этой школе креативному мышлению уделяется огромное внимание. Потому что креативное мышление — это также и возможность решения различных проблем, применения своего креатива на практике. Это искусство, лидерские качества. Все это настроено на то, чтобы быть полноценно развитым ребенком. И здесь, в этом кабинете, тут есть общие столы, где дети сидят в таких командах, мини-коворкинг такой, скажем так. Маленькие инженеры сидят здесь, придумывают идеи. Здесь в школе можно встретить ребят, бегающих с бутылками, перевязанными всякой фигней. Здесь везде валяются какие-то поделки, какие-то картонные домики. Также здесь есть 3D-принтеры, также здесь есть лазерный прибор для лазерной резки. А вот эта вся территория, весь этот парк небольшой, это внутренний двор школы. Princess Garden Prep School – это школа, у которой самый большой внутренний двор в центральной части Лондона. И еще важный момент, то есть вот здание, где школа находится, на самом деле, когда входишь только, кажется, что оно небольшое, но на самом деле там целых 3 здания, объединенные в одно, которые принадлежат в школе. И у школы партнерские отношения с Imperial College London. Они также могут использовать этот двор. И здесь со всех сторон вот этого сада находится посольство, непосредственно здание школы. Это внутренний двор. Остальные здания — это все Imperial College. Там сейчас травку, газон стригут. Немножко, может быть, шумит, но что мы можем поделать? И если дети занимаются спортом, здесь, в этом саду, они спортом не занимаются, но 200 метров отсюда гайд-парк, и дети там занимаются теннисом, футболом. И также центр Imperial College, вот как раз партнерство с Imperial College, позволяет школе использовать спортивные центры университета. А вот здесь вот это все пространство они могут использовать для уроков вне класса. Школа активно продвигает обучение не только в классе, но и вне класса. Посмотрите на эту красоту. Все цвета осени, все они перед нами. Сейчас ноябрь, и, блин, конечно, очень красиво в ноябре в Лондоне. И вот школа. И мы с вами были на заднем дворе в школе, а вот это такой сад или небольшой парк, он перед школой, и сюда также дети выходят для игр, для того, чтобы проводить уроки внеклассные.